Ой, всем привет, ребят, снять вечером. Сегодня мы играем такую игру. Тут надо просто драться, стрелять и все такое делать. Вот такие скажут, Чимичу, и все. И ты вот такой, да, вот так ты будешь драться, ребята. Нет, нет. Если мы сейчас откроем этот сундук, вы охраните. Вот. Я накопил, да. Ну, не накопил, конечно, у игроков там чуть-чуть подлутал, да. И все дела. Я полный с этого маски. Круто. И вот так, ребята, мы сражаемся. Тут у меня лук, стрелы. Как-то стрел, конечно, у меня маловато. Было у меня побольше стрел, но... О-о-о-о-о, ребята! Я вот так вот просто подтыриваю у игроков что-нибудь. Вот так вот. О, лук! Зачарованный! Ну-ка, вложим сюда. И я думаю, можно и пойти сражаться, если я, ну, понимаете, да. Опа. Лутаем яблочко золотое, ну, понадобится. Может, ребят, понадобится еще. Тут игроки. Где все игроки, я не понял, что-то. Конечно, страшно вот так вот бегать, прыгать, точнее. Но... Надо на какую-то базу все-таки сбегать. Тут какая-то битва происходит. Вау. Вау. Ау. Ну-ка, на, получай, игрок. Тебе. А сколько у него хп? Я не понял, что там. Чего он не убивает? Наверное, много хп так. А тушится. Тушится. О, в жопе так хорошо. Привет. Привет, чел. А как дела? А как... Так, все, убегаем. Чел, чел, короче, у меня тут для... Ай, больно в ноге. Ой, о! Нифига себе, он меня откинул, конечно, больно. Ой. Ребята, бежим. Нет, ехать не еще, мы побежим. О, блин, Ладно. У меня, ребята, запас еще такой, большой. Ой, как золотые яблоки у тебя. Что тут у вас еще интересно разбросанного есть? О, во-во-во-во, а ну-ка стоять. Ах ты. Блин, все-таки успел забрать. Да, смотрите, у меня есть... У меня баба, конечно, маловато, но... У меня хватит на стрелы, да? Еще останется... Тут все так дорого стоит. Ладно, понятно. Ничего не говорю такого плохого. Без комментариев просто. Да. Тут есть вещички разбросанные? Я что-то не понимаю. Вас. Я сейчас обстрелянный. Ладно, походу у них нету, да, вещичек разбросанных никаких. Так что давайте амундироваться и уже куда-нибудь шагать. Шагает на аппарат победы. Что у меня там все песни Деда Максима есть, там на одном ролике. Его несколько месяцев назад снимал. Я его давно снимал, если что. Если честно, ребят. Я его давно снимал. Если что, по ссылочке в описании можете посмотреть этот ролик. Ролик, я думаю, интересный. Я думаю, вам понравится этот ролик, ребята, в принципе. Все, я умер. Блин, чуваков что-то ничего не разбросано уже. Боятся. Нифига себе, он раз оделся. Бог, кит. Тоже так хочу. Царь тут. Цены наборов. Император. Ну, это... Ну, короче, ты не знаешь. Нет денег. У меня бабок мало, ребята. Я не знаю их, как копить. Уж убивать игроков. Ну, не знаю. Вот, ребята, смертей. У меня 20 убийств, одно убийство. Вау, 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 вау. Бронька фиговая, но нормальная. Еще мне... О, спасибо. Так, вот это выбрасываем все. Потому что мне... Хотя, ну, запасик, можно в запасик это положить. Ну, игрок уже все забрал. Мне бы, конечно, крутую броню, вот это вот бы.
У них сундуки. Еще, наверное, завалялась бронька. Ну, как бы я ее не смогу подобрать. Ну, я просто, ребят, подлутываю сейчас сундучки и... Точнее, не сундучки, а игроков, кто выбрасывает свои вещи. Никогда так не делайте, ребята, если что, то вот так всегда может быть. Кто-нибудь подлутает. Ну, например, я, ребята, но я вас не буду лутать. Он с немцем, ребята, долго воевала. Пошел. Ого, как я, конечно. И я тут просена. Понятно? Пол хп. Я выжил. Нифига себе. Что ты игрок так подозрительно на меня смотришь? Как свои вонючие глазенки выкалывай. Я бы стрел, конечно, побольше купить. Давайте купим стрелу. А, у меня деньги бесконечные. Нет, не хватает. У меня же денег 50, в смысле, чего не хватает. Ладно, давайте стрелы чуть-чуть сложим. Деньги, деньги, бабки, бабки. Заходите сюда поскорее. Ну, это починить свои предметы, ребята, если что, я только сейчас дам. Да. Ребят, я это без комментариев, просто без комментариев. Ребят, просто давайте без комментариев это все делать. Чего? Это что там завалялось? Ой, ребята, если бы это увидели просто игроки, они бы охренели. Убираем эту фигню железную. Так, тут мельчик есть. Ну, железную можно ставить. Лук, конечно же, и... Так, погодите, шлем-то... О, не поломанный лук, нормально. Ну, если я сдохну, на всякий случай вот так. Сделаем алмазов все равно дофига, могу скрафтить новую броньку. А так мне ничего не надо. Ну, только обычная фиговая броня. Ну, может, какую-нибудь себя-то пользу принесет. Ладно, давайте игрокам скинем. Вот тебе игрок, бронька. Принимай. Там еще что-то есть? Или... Кажется, все. Может, там еще чуть-чуть игроки побросались. Ну, ребята, игроки ненужными вещами обычно бросаются, так что я могу вот так вот сделать, потому что мне это все не нужно, конечно. На-на-на-на. Че ты махаешь тут? Не нравятся тебе шмоточки? Я себе не брошу алмазную броню. Я не дебил. Шмоточки ему не понравились. Ну что ты пердишь тут? Что? Пердишь. Что игроки тут, наверное, свои шмоточки, понятно, ничего они сюда не бросили. Ну давайте я шмоточки пусть валяют. О, блин, забрали, просто медленный. Спасибо, спасибо, чувак, спасибо. Нифига себе, мне добрый, конечно, чел попался. О, лук, лук. Давай, спасибо, 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 чел. Вот так и всегда людям добирай. Опа. Спасибо, у меня тут сундучки места мало, правда. Ну, ребята, сюда. Так вот это все снимаем, сейчас вот так амбундируем себя по-хорошему-то. Ну, у меня, конечно, вещичек много, таких крутых. Ну, чувак, ребята, попался добренький у нас. Да что там в алмазке? Я тоже могу в алмазке бегать. Я 100 раз еще в алмазке побегу, ты понимаешь? Что, хочешь шмотки? Хочешь крутые шмоточки? Да. Че, что ты там, у тебя какие-то шмоточки новые появились? Какую призму? Призмарин. Куплю призмарин. Мордарин. Смертей у меня 21. Вау. Спасибо за зельки. Отлично, это зелье лечения, а по-нормальному это зелье исцеления. Давайте это выложим говно все. И вот сюда положим.
Что мне тут еще есть? В принципе, ну, подходящее улучшение. Есть у меня. Это мне все не надо. Так что давайте выбросим по-хорошему, в принципе. Ну, это фигня. Мне, в принципе, это все не нужно. Так что выбрасываем, короче, с вами. Меч. Ну, меч еще может понадобится когда-нибудь. О. Нормально, такая золотая броня тут лежит. Ну, давайте ее выбросим. Нам она тоже не нужна, она фиговая. У меня вот алмазная есть. Вон у меня алмазная есть. Как он меня... Тут вода откуда? Если бы я сейчас зацепился за воду, было бы плохо. Да. Как бы я медленно спуск поднимался, это все. Ну, забирай свои штаны, они не нужны мне. Что это такое тут зафармил? Ну, это я сам набросал, понятно. Давайте это все пока что выбросим из инвентаря и... Я, конечно, был рад вот этим вот кольчужной броне, когда только... Сюда. Когда только зашел туда. Чё? Ой, да не расстраивайся ты, на. На, я добрый. На, он тебе. Чё ты тут? Сразу уже расстроилась, да? Я тут такой добрый, знаешь. Я тебе даже зелье лечения чуть-чуть дам, зелье лечения. Я могу тебе что дать? Ну, немножко золотых яблочек вот. На, тут покушай там. Чё можно ещё дать? Ну, в принципе, всё. Остальное мне всё нужно, ребята. Я не могу ей отдать всё. Ну, можно стрелы и лук. Вот, потому что у меня много вот этого всего говна. Стрелы, лук. А где она? Ну, понятно. Все. Ушла. Давайте обратно тогда положим. То только вещички трачим на нее. А, ну, вот она, в принципе. Побежала уже. Побирали немцы вспять. Стали... Ну, короче, понятно, да? Ну, понятно. Уже слышали. Чё не стали делать? Ну ты чё стрелу не забрала? Совсем что ли? У тебя с башкой так. Так, ладно. У тебя с башкой так? Шлем. Нормально. Наденем и как профессионал. Прямо. Опа. Ой, чуть не упал. Ладно. Попади. Ай! Попал. Ой, у меня столько всего барахла, ребята, крутых броней. Что там еще, ребята, интересно, можно... Ну, что это такое? Ну, спасибо. Что, нормально? Бронька, о, вот это, за это спасибо. Спасибо. Стремительность. Вау. Спасибо. Ну, у меня, конечно, шлем алмазный, как бы... Игрок, я тебе не могу это отдать. Смотри. Я ему это не отдам ни в коем случае. Шлем алмазный, это моя собственность, так сказать. Чё, чел, чё тогда? Чё? Я у тебя вещь. Не, чел, да зачем? Всё, ребята, я богат. Вот, ну, понятно, да? Это жесть какая-то, просто трэш. У меня просто шлем еще есть. Оп! И все. Все. Правда, там это, ну, чуть-чуть куда. Деньги у меня 20 денег. Но у меня есть этот трэш. Вау! Ну, тут игроки просто мне скидывают по разным мирам. Так, ладно. Давайте это все... себя снимаем, мы отложим, ребят, так сказать, на потом. Ну, как бы, повторились мы. Ребят, берите просто тактику с меня, повторяйтесь, вы бедными, и все. Я просто бедных не знаю, бедняков всегда какие жалеют, я не знаю, почему их жалеют всегда. Спасибо. Если что, ребята, это смотрите, вот это мне не нужно совсем.
Вау, ну просто это жесть, меня реально. Давайте снимем эту броню, чтобы меня еще пожалели, в принципе, покидали мне что. Какого фига мне просто кидают? Может, и не мне даже, я не понимаю, ну какого фига это делают им? Зачем, зачем? Это жесть, ну это трэш. Не, так сюда. Ну, ребят, вы видели, что творится? А, ну тут чуть-чуть поломанное, тут мало что поломанное. Так что, ребят, у меня, смотрите, еще чуть-чуть запасной есть брони. Только шлема вот такого крутого нету. О, привет. Привет! Привет! Я чуть... Я тут сейчас... Тут-то, сюда-сюда. Вау, спасибо, 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 чел. Ты что мне накидал-то, конечно? Ребята, он знатненько так ко мне накидал брони. Просто брони накидал мне так знатненько, задненько. Ребята, я теперь просто богач. Ну, игроки, ребята, меня богатым делают. Просто это жесть. Я богат, я богат. Богат, богат, богатый, я богата. Повторимся. Где Вегас ты? Так, ребят. Я думаю, ролик 16 минут, да, уже идет. Я думаю, ребята, на это можно и, в принципе, заканчивать, да? Ладно, всем пока, ребята. Я тебе ничего. Всем пока-пока. Всем пока. Эй, всем пока.